на этих клумбах розы, вот тут, а вот там высаживаем петунию, гацания, потом эти хризантемы. Ну и в основном все, потому что тут места мало и разнообразия такого не хочется, чтобы, знаете, как, места мало, а так, чтобы оно со вкусом было. Мне не сложно, я получаю удовольствие от этого. Я же говорю, не знаю, я раньше работала швеей, а вот это 2 года перешла, и я получаю от этого удовольствие. Я же говорю, не люди утром идут и говорят спасибо. Подкармливаю, подкормку. И своевременно и рыхлю, и обрезаю. Ну, все как положено. У нас в конкурсі буде 3 етапи. Другий етап вже майже закінчується. За результатами першого етапу загалом більшість показали хороший результат. В другому етапі ми нещодавно обходили учасників, оглядали їхні ділянки земельні, клумби. Дехто порадував, тому що показав хороший результат. Покращив свої попередні результати, і восени у нас планується 3-й етап конкурсу. 3-й етап буде проходити аналогічним чином, буде оглядатись території підприємців, учасників. У нас 11 категорій в конкурсі: балкони, клумби, земельні ділянки, прибудинкові території, загальноміські території, сквер. Оглядаючи всіх учасників, можна виділити дитячі садочки, території підприємців, торгівельні точки. Багато хто дійсно старається, намагається слідкувати, доглядати за своїми територіями. Ми дуже раді, що є такі, що люди стараються для міста і для красоти. Thank you.
растения начиная с весны. Весной у нас есть тюльпаны, нарцисс, потом пионы, ну а потом все остальные. Гладиолусы, петунья, еще многие, лилии. Очень много было лилий отцвели. Всех сортов. Мы как бы, я занимаюсь этим, и кое-какие цветы я заказываю через Интерфлору, ну, с Киева нам присылают иногда. Ну, в этот раз не очень, конечно, цветы нам прислали, а так обычно заказываю нормальные, хорошие семена или там цибулин. Честно говоря, когда я сюда приехала, здесь вообще ничего не было, просто кусочек земли и два дерева. А я мужу говорю, давай займемся клумбой. Все-таки это красивее будет, чем два дерева. И вот это где-то уже будет 10 лет, как я занималась клумбой. А здесь они еще молодые. Абрикос, яблоня, две яблоньки, абрикос и персик. И груша. Да, я хотела бы, но еще пока думаю. Я просто хочу, чтобы клумба была, каждый раз она разная. Ну, не одинаково было все. Еще хочу, но дело в том, что бывают красивые цветы, сажаешь, а некоторые люди не понимают этого. Обрывают, даже с камнями бывало так. Поэтому сильно очень дорогих таких цветов трудно посадить. Люди этого не понимают. А красота, это и есть красота. Красота, как говорится, спасет мир. И приятно, люди проходят и говорят, ну как красиво у вас тут. Особенно вот эта арка, это же уже второй раз розы начинают цвести. Первый раз вообще были все оранжевые, красные и желтые. Все три вида. Главное, нам нужна любовь к этому. Когда есть любовь ко всему этому, то все тогда получается, все растет. Цветы это тоже, как, знаете, как жизнь человека, так и цветы. Надо ухаживать, надо поливать, надо. Мне муж помогает. Конечно, я ему тоже благодарна. В этом принимает участие. Вот эту арку, между прочим, он подсказал сделать эту арку. Я его поддержала. И вот, как видите, получилось.